футбольном клубе «Патриот» мальчишек набирают с нулевым уровнем подготовки и начинают набор с 4 лет. В ВИС поедут дети, которым по 8-9 лет, чтобы встретиться с командами из Горно-Алтайска, Томска, Абакана, Красноярска и своими соперниками из Барнаула, с которыми встречались уже неоднократно. А вообще часто вы играете против чужих команд? Ну, сейчас да, потому что сейчас мы в Лиге Бро больше всего. У нас игры идут. Суббота, воскресенье у нас у детей игры. В темпе проходят первенство Лига Бро. Постоянно игры первенство города Барнаула. Так что дети, которым еще нет и 10, постоянно в тонусе. Плюс к тому, что почти каждые выходные ребята играют против других барнаульских команд, ездят на соревнования, они еще и проводят по несколько тренировок еженедельно. Клуб развивается, здесь готовы принимать новых детей. Мы рады каждому ребенку, который придет к нам в клуб и будет заниматься, развиваться. Футбольный клуб «Патриот» в целом является одним из самых у нас социальных клубов футбольных в городе Барнауле. Мы занимаемся с разными футболистами, с разными детьми от 4 до 14 лет у нас воспитанники. Уже в рождественские каникулы клуб будет играть на турнире по футболу на призы Константина Гарбуза. В Бийске они уже не в первый раз. Дважды привозили серебро, но еще ни разу не уезжали с первым местом. А теперь готовы дать бой. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.